Видео подготовлено сайтом онлайн-гдз.нет, страница 112, упражнение номер 2. В этом упражнении мы должны будем дополнить данные примеры недостающими числами. Образец выполнения задания нам дам. 5 плюс 3 равно 8. Из этого следует, что 8 равно 5 плюс 3. 7 плюс 3 равно 10. Из этого следует, что 10 равно 7 плюс 3. 6 плюс 3 равно 9. Из этого следует, что 9 равно 6 плюс 3. Если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Если есть вопросы, предложения или пожелания, подписывайтесь на наши группы в социальных сетях.